урожайность трех разных видов картофеля. Вот это у нас идет голландка. Она крупная, ее очень много под кустом. Размеры тоже довольно приличные. Вот моя нога и картошина. Далее цыганка. Она у нас в этом году не вышла. Почему-то вышла, но так, на семена на следующий год посадить. Не знаю, вроде все поливалось и кормилось одинаково, а вышла совершенно не так, как ожидали. И белорусская картошка, вот такая тоже, довольно крупная, и ее под кустом прилично. Это выкопали самый первый куст, далее у нас по ряду идет тоже она. В принципе, урожаем я доволен. Цыганка подкачала, думали, что ее больше будет, а так хороший урожай. Пока там, тот урожай еще растет, который я вчера обработал от фитофторы. Подписывайтесь.